Ага, прибежала. Иди сюда. Да ладно. Ну-ка. Да ладно. Очень похоже на оригинал длинноуха. Ты откуда взялся, злодей? Злодей. Точно? Не девочка? А то вас надо проверять каждый раз. То вы девочки, то не девочки. Я говорю, то девочка, то не девочка. Злодейский какой, а? Где-то был вообще оригинал. Ухи у тебя стали уже, смотри, выпадать. А ухи, кстати, сами по себе длинные. Длина уха, иди сюда. Ты не доел. Что-то уже сильно линяют. Надо же, рыжие. Или это не длина ух? Но если это не длина ух, то я эту белку не знаю тогда. Если я не знаю, она садится у меня на ладонь с разбега. Это что такое вообще? Злодейский. Ты ведь длина ухи, да? Злодей какой, а? Оригинал длинноухого, но надо же. Злодей какой, а? А ну да, это длинноухи, 100%. А я-то думаю, что не так? Это длинноухи любят когти свои выпускать и вцепляться. Больше другие белки так не делают. А это как раз так и делают сейчас. Злодей какой, а? Длинноухи. Он мне, помню, все время руки царапал до крови. А то я думаю, что это за белочка такая, как для науки перестала корябаться, думаю, как хорошо он исправился. А это копия его. А он как корябал, так и корябает. Злодей какой-то, а? Оригинал. Ну надо же. Злодейский какой. Вон он у меня вцепился. Ни одна белка так не делает больше. Злодейчик какой, а? Вон он у меня в палец вцепился. Если он сейчас внезапно стартанет в сторону дерева, он мне... Ну, не так, конечно. А внезапно, прям резко, то раскорябал бы. Да. Кто так делает-то? Для... Все, по-моему, наелся. Да ладно, ты тоже так умеешь? Да ладно. Ну это пацан, 100%. Злодейский какой, а?
Да ладно. Балерина сейчас завидует. Жестоко. Ты только что сидел на ладони, что тебе не устраивает? Ты злодей какой-то. Длинноухий, да, длинноухий. Все, наелся, наверное. Ты наелся, нет? Наелся, да. Я, говорит, наелся и все, побежал.